сидеть тут 3 часа, сейчас 5 хилов захилим, да и все. Так, а Тедис и Войд, агро на панель, агрите просто эти, таунтите в себя, вы поняли, споры. Этим может заниматься, любой РДД. Печку кинуть просто, тоже как оно время. Так, давайте баф по рейду, парни, фласки сразу все пьем. Бельд фласку обновить. Решала хавай рыбу. Пока отвалился. Олимп. А что мне показывается Олимп вообще в паре? Трик хавай рыбу. Скайтек, походу, отвалился у нас. Поэтому будем бить 4. Да, бач. Там по возможности надо будет подхиливать по команде. Гимн, если что, скажу. Атедис и Войд больше по мили зоне работают. Ханкуль, Баллада, помогаешь по РДД зоне, Ханкуль тоже помогаешь РДД мили. Так, если что, я Дамынер и Никита Дастин. Так, у нас Бачи, Скофилд, Капуль. Лежит в тебя на пул уже. Да меня или Влада, без разницы. Или после споры типа в ДДшников хуярить. Да, в танков пул просто, пока ДД и все. Че, все готовы? Давайте, Арче. Смотрите, перед, когда вот, типа, нас будут захиливать, не забирайте, не таунтите сразу с танка. Пусть типа там захилят танка, да и он дальше просто спит танчит. Скофилд, Тёма. Скофилд, Бачи, Баллады и Капуста. Все, поехали, парни. Очередность. Ты первый, я второй, Протус да. Третий. Давай так. Да без разницы, главное просто держать адекватно, да и все. РДД просто кучнее как-то станьте, да и все. В одну точечку соберите. Ну, там туда-то в звезду просто зайдите все вместе, да и все. Я прожму, не забирайте пока с меня, пусть медведь дальше танчит. Захиль ты сейчас медведя просто, да и все. Я буду дальше танчить. Бля, я зря прожимку отдал. Ладно. Че, забирай где-то, Влад. Забрал уже. Угу. Так, спора. Давайте захиливаем рейд. Сильно не оверхильте, дебаф пошел. Не оверхильте, просто стойте и ждите. Протеус забирай. Ну уже. Угу. Все, 5 секунд до прохила. Захильте просто Протеуса и пусть Протеус дальше танчит. Успейте захилить? Ну что, может этому же Геру дадим? Давайте Геру. Давайте. Я ждал просто, пока хотя бы пару спор соберется в РДД. Так, я сейчас прожмусь, и пусть дальше я буду танчить. Я прожался. Нет, 5 секунд не... выдержу. Забираю. Все, захиливайте медведя. Я забрал сразу с тебя, и все, и дальше танчу. Типа, просто ты, чтобы фуловым был, если что. Забираем. Уже. Захиливайте Влада на фул, пусть Влад пока танчит. Да, там просто уже забрал. Все, пусть там танчит. Я заберу с него где-то на половине. Забрал. Ух, как прилетает. А, Тёма, дай сейчас гимн на ХП. Уже не давай. Уже не надо. Уже все, позже. Уже я практикал, ну ладно. Бывает, у нас там еще 3 гимна есть нормально. Так, я прожмусь, пожалуй. Да, я прожмусь сейчас. Я прожался. Ну лучше не надо. Чего, нормально, пусть захиливают. Пусть лучше поедут прихили. Я только одну прожимку отдал на ХП чисто. Так, бачи, сейчас как закончится, даже гимн на ХП. По команде. Жди команду, да, бач. Читай. Давай. Какой? Так, следующий давайте пусть капустка отдает.
Готовься. Сдавай гимн в тазе. Я дал спокойствие своё. Что-то, мне кажется, пристам надо кастовать было, нет? Молитву исцеления. Не на давали? Следующем. На следующем. Никита, да? Отдашь? Никита, сейчас отдашь спокойствие? Не-не-не, Никит, не надо. Сдавай сейчас. Сейчас гимн на ХП пошел. А, она не давала? Да, она не давала. Все нормально. Забрал. Давай спокойствие. Сейчас отдашь спокойствие. На маны есть что-нибудь? Гимн на ХП была. Кастуем. Скофилд, считай пока на ману. Кханкуль, поставь эту бочку. На следующем присты каждый свою пати исцелением. Сорян. За пизды, все это моего пизда. Не без протеуса. Поднимаю протеуса. Не вставай пока, не вставай. Да, поднимай, Никитос. Так, гимн на ХП у кого-то еще есть или нет? Давай. Скофилда должен быть, давай, читай. Хорош. Так, у нас есть там еще гимны на ману? Бля, что ж так больно. Да, на ману все есть еще. Баллада, задавай гимн на ману. Присты, готовьтесь, сейчас каждый свою пати с исцелением. Или мы тоже можем. Погнали, кастуем, погнали. Отлично. Играем дальше. Так, пусть на мне пока посидит, я сейчас прожму слот. Ну, окей. Все, добивайте. Давайте в портал заходим, парни. В портал, идем в следующий квартал мерзости, бафаемся. Да, сложно, конечно, без Эрдру, ничего не скажешь. Давайте, ждем всех, даем быстренько баф. Ребят, выходите, пусть там Войд один остается, давайте дадим баф и пойдем дальше. Войд пусть пока ролит. Так, все тут, давайте раздаем баф по рейду, парни. Леди и джентльмены. Так, Ханкуль сразу имер ловит. Все, поехали. Он толстый побежал. Дайте забрать, ребят. Не туннельте вы. Что там? Что там по мейн-спеку никому не надо было, что ли? Угу. Я по мейну сейчас. Не, я про плечо говорил. Т7. Ну да, тогда окей.
сразу выхиливайте, садитесь, отпивайте, сласкутик только подойдет и сразу запули его. Сразу пати пораскидывай заново. WhatsApp во вторую. Угу. Скутик идет, ребята, готовьтесь. Без Еры будем убивать. А, он все равно, когда 3 минуты еще. А, слушай, там рецептик лежит. Вот, скинь. Умой. Милики, не бейте пока, милики, пока не бейте. Стопните немного. Все, поехали. Слушай, а тренинка это с Ювы пиздатая все-таки. Какая именно? Статуэтка королевского краба на танка, да. Ну чё у него КД, блядь, одна минута. Она топовая. Просто одна минута КД, блядь. И 300 уклона. У меня топовая кожа, типа это тренинка по минуте, поэтому я вообще кайфую. Там даже сульды, по-моему, хуже было. Может, ну, примерно равны они сульды, которые сыпали с последнего, наверное, 10. Я сейчас сокеты себе на меткость буду убирать, буду все в вынос вставлять. Я просто посидел, понял, у меня есть список, типа я выписал, что мне надо на хила и на медведя, но там же типа на ролл сколько, 20 секунд, поэтому... Ну это точно топ. Бля, Панама, видимо, поздно написал, не увидели. А что, деда нету? Ну да, он написал ролл, в итоге заходит, а мы уже босса бьем. Извините. А что, у него микрофона не было никогда? Никитос, дай, пожалуйста, Эйнер в конкуле. Да.
Ты хоть нормально нашла-то? Так, я пошел за тем крышем глаз. А что, тут на место вернулся? А что, тут будет ронять их или нет? Да я вообще хотел их к этому двери отвезти. Да не, просто если бы хоть кто-то из хивов пошел бы, это, подхилил бы, было бы заебись. А так на меня просто положили болты такие, бля, ну, короче, ты как-нибудь выживи там. Просто издалека такие стоят, такие руку приложили к бровям и смотрят, как ты там танчишь, да, блядь? Да. Ну, в принципе, так и было. Конкурно, что убью. Ну, если б я знал бы, что хилы так со мной поступят, я бы сам бы выжил бы и прохилился. Я просто не ожидал, что ребята будут спать. Я на трэше посижу, а ты поможешь. Окей, Влад? Да, не вопрос. Давайте, ребята, рыбу. Куда не могу? Засумоньте. Дайте шкаф. Шкаф, парни. Ну. Чё, можно шкаф? О, забей. А, сейчас перезайду. Понимаю, что больше плавно. Слышу. Я же говорю, сейчас перезайду. Ладно. 4 раза, 4. Сейчас ты же там что-то под нос говоришь. Подождем. Я просто не понимаю, я еще раз должна что-то? Дайте пристабав. И я, в принципе, готов. У нас совершенно отошел в туалет. Это какой квартал по счету там? Третий, четвертый? Третий. Предпоследний. Что я заебался, надо пойти гайд посмотреть. На кого? Че там, Конхуль пришел, нет? Да, в туалет отошел. Он написал био быстро. Еще до того, как мы начали бить трэш. Да, во-первых, он хил, а во-вторых, его заблюет и все. А вот он пришел. Так, ну здесь шлемов на очищение не стоит, ребят. Я пуляю. Давай. Все, все, в принципе, знают, что делать. Напуливайте в этого во Влада. Сдвигаю облако Милки. Бачу. Сдвигаю. Скайтек. Сдвигаю. А зачем ты их уводишь? Держал бы в милизоне. Вон там ребята этим, как милики,
подбили сразу. А ладно, пусть они на мне себя что-нибудь на вас там бить. Какая разница? Сдвинулись, милики. Вас унес. Милики, сдвигаемся. Милики, сдвигаемся. Мурсак вынес. Милики, сдвигаемся облаком. Бачи унес. Милики, передвигаемся. Давайте Еру. Еру. Зачем? Не надо? Зачем? Оставь на груду. Зачем? Ладно. Без дарь вынес, Андрюш. Милики, готовимся. 3 секунды перемещения. Ярик, походу, залагал или что? Передвигаемся, милики. Облако. Некий поц выноси. Пэл. Милики, сдвигаемся. Бель, ты выносишь? А, Никита, дай сколько лени. Спофилк выноси. Облако, милики. Последнее наше смещение, после этого добиваем босс. Шумский. Второй. Да, я унес. Все, добиваем босса. Вас в сторонку отрыли. Спасибо. Ресните мегалодона и поехали. Я рез. Че там опять ходит, да? Так. Так, все понял. Короче, мегалодона пока не кикайте, там небольшие проблемы в семье, поэтому сейчас там человеку надо, короче, отойти. Да, не вопрос. Вас, а что на тебе, моб какой-то или что, что-то я не пойму, блядь. На ком? На базе? На базе, что-то какая-то хуйня. Это из-за того, что этот дебаф на нем висел, укол мутирующий. На него осталась такая херня. Но моба нет, по факту. Так, плечи. Неплохие плечи. Так, у нас кроме мегалодона никто не умирал, поэтому на всех должен быть баф. Ребят, выпейте фласки, ну типа, чё так? Идёт вообще полреда без фласок идёт. Решала, WhatsApp. Баллада, Тяка, Протеус. Ну, типа, чё так, ребят? Вы хотите же 25-ки закрывать, а фласки не покупаете? Я забыл. Что значит забыл? Ну, типа, вот... Давай трейд на Шумского. Не, я забыл выпить. Меня-то всегда с собой. А, всё, извините. Я с Протеусом, ты на трэше. Да. Вы с Протеусом постоите. Так, решала. Давай вот сюда вот ледяную ловушку потом. И, Трик, ты ж ходил, делал. Давай тотем на плетение просто туда же, да и все. Не, Протеус, ты в танке. Все, мне, в принципе, зомби можете не бить. Типа, я двоих, у меня есть таунт и волшебный огонь. Двое будут висеть на мне. В этом нет проблемы. Просто кидайте ловушку, мне это тема плетения, и все. Так, а кого еще с нами нету, ребята? Где... А, Войда ждем. Давайте ждем Войда. Да, я понял, Протеус, я понял уже.
этот тканевые плечи, которые что-то. Кому? Линкони, что на них там? У меня просто, когда бой был, не показывал. Меткость на них. Никто их же не ролил, правильно, в табличке. Нет. Вроде бы нет. Ну, я не знаю, вроде бы никто не ролил. Поставьте там шкаф, тыкните, суманите меня. Дайте шкаф, ребят, вон шкаф ставят. Так, кого там решал у нас засмонить, да? Да. Кто-нибудь помнит этот? Я уже забить, нет. Я уже... Эквип я точно, я помню, мне нужен этот. Майнхенд это 17 или 16, как так там? Никто не помнит. Мейн 16, левая рука 17. Типа пишется вместе, типа Quip 17-16. Ну почему? Да напиши в гугле быстро, Лёха, там сразу будет макрос. Тебе что надо? Правую руку менять? Да. Вот 16. Этот как его, NP5 обновите по этому. Так, ребят, давайте баф по новой. Так, я не вижу. Каска. Почему у меня лимб до сих пор в пати показывается? А, он зашел, просто на замене себе, я понял. Так, мегалодон, ну все, в принципе, все на всех есть. Все, может. Решал каску выпей. А, сейчас выпьем. Летим. Леха, поставь нам рыбу. На Канкуле нету рыбы. На... Не суммонить или что? Нет, у него там проблемы в семье. Поставил рыбу, поставил. Так, я там трапы сейчас буду ставить, да? Можем пока лимпа взять. Давайте суммоните. Вон шкаф стоит, засуммоните лимпа. У Ярика там небольшие неприятности, поэтому... Кто тебя хилить будет из палов? Да вообще без разницы. Ну, просто... Ну, стой ты меня хили. Пусть Атедис на рейде сидит. Стой ты меня хили. Я все равно по краю просто ловушки буду бегать и хайтить. И все. Совы, не юзайте Starfall, я вас очень... Либо юзайте вот где-то аж, я не знаю, вот тут вот. Перепорт. Потому что... Я же говорю, что зомби... Так, все. Все готовы, давайте. Даю чек. И погнали. Секунду, я отмажу. Секунду. Давай перемазывайся быстро. Все, решалось. Да. Тебя ловушка в звезду и стрига тотемоплетение в звезду. Протус, вот сюда вот чуть поближе стань. Чтоб я в тебя набег сделал. Все готово? Да, поехали. Давайте эту ловушку, тотемоплетение и погнали. Все, thank you very much. Не-не-не, я буду забирать их. Типа я волшебный огонь юзаю, и этого достаточно. Там вырабатывается каких-то 1500 агро. Короче, я в босса играю. Да, ты можешь босса. Он как раз два скилла у меня с головой. Оп, кто-то забрал с меня. Бэр, Никипот, сдай мне. Каким образом, блядь, босс меня шотает под отступлением? Почему отступление сразу не снимается? Фу, баф, фу, вару. Дайте сайгу. Ох, сука, сейчас поставлю. Так, Тёма, сколько? Да, почему рога без яда на снятие выступления? Да я сбываю. Я снимаю. Но это долго. Ну, как прокси.
Тёма, давай, ловушечка надо. Тёма, отдашь гимн на хп первый? Бля. Вот сейчас пробуем моментально. Парни, в трэш. Трэш, да? Трэш, трэш, трэш. Бот идёт к собаке, вон, смотрите, я дал звезду. У меня серп упал. Баллада, баллада, гимн на ману, конкуль, поставь бочку. Как только баллада дочитает, сков, читай гимн на ману. У вас зомби гуляет в рейде. Я вижу, я вижу. Сков, читай гимн на ману. Я понял, окей. Бач есть? Да, на месте. Сдавай гимн на ману. Так. Добили. О, грудак на Лара выпал, ёпт. Еще один. Плечи 10-13 упали. Твой, ну плечи там, можно купить. Что я там сейчас я уже купил руку. Хорошо, давай я побежал забирать его и заведу сразу. Не бейте. Не бейте только, парни, дайте я его заведу, потом будете бить. Ну заходи, я давай быстрее. Толкнул. Еще один. Заходите сюда к медведю за угол, парни. Ну, сегодня я одел твоего твинка, но я думаю, это большое-большое исключение, Ликс, если ты в Дисе. В будущем, я думаю, жестче будет с этим. Рыбу, рыбу, давайте быстрее, кто куда идет? Влад налево, я направо. А... рыба нужна, нет? Да, 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 поставь рыбу. Я налево, ой, я направо, Влад налево. А, третья, четвертая налево, вторая направо, первая тоже вся направо. А, и давайте капустку направо еще нам. Хотя, ну да, я думаю, хватит нам. Ты покушал рыбу, Влад? Да, уже доел. Супер, давайте, погнали. Дайте каску. По ШП. По пристам дайте каску, парни. А, ты на Тадиусе или я, Влад? А, стоп. Без разницы. Хилов еще раз подели. Обновите каску. Ну, кто на касках сидит? Кто воет, ёпта. WhatsApp на касках. Да он там пишет мне вернуть хочет шмот, там не знал, что за ГП. Ну зачем я, ну, писал в DC тогда, правильно? Так. Шмотку можешь забрать, а ГП оставить. От Эдис, давай с балладой налево, воет с конкулем направо. А... красный минус, слева минус, справа плюс. Ребята, становитесь как можно ближе, вот там, где вот к его спине, чтобы могли выходить и ресать в звезду. Сейчас поставлю звезду. Потому что почему все умирают? Вот, вышли, реснули в звезду и забежали обратно. Становитесь как можно ближе вот к той стене, там, где вон, там, где течет вот эта слизь. Вот ближе к ней просто становитесь и все. Синий плюс, красный минус. Справа плюс, лево минус. Все готовы? Нет, не готов.
еще раз скажи, с какой стороны? Смотри, красный — это минус, левый — это минус. Синий. Он имеет в виду, ему куда идти. А, тебе направо, тебе направо. Так, и еще, Динатрию, оказывается, нужны плечи на танка, которые я тебе кинул. Как передашь, скажешь. Токен, да. Да. Хорошо, давайте после Талиуса, парни, окей? Все, красный минус, слева минус, синий плюс. Все, выходим, ресаем в звезду, и все. Только сразу не встаем. Реснули, отошли, и только потом встаем. Все, все готовы. Все, поехали, Влад. Погнали. Еще раз напоминаю, синий плюс, красный минус. Ой, РДДшники вообще там кучу дамаж дают. Да не, приблизительно вровень идем. Ну да, чуть-чуть, плюс-минус. Ну если что, стоп. Ну, где-то столько царей разница, забей. Хотя РДДшки подразогнались немножко. Уже 200 косарей разница. Так, давайте РДД на 15% немного стопнем. Сейчас по чуть-чуть подбивайте. Не-не-не-не-не, нормально, поехали, пусть играют. Все, поехали. А, ты на Тадиусе или я? Без разницы, хочешь ты там. Давай ты, я в кошку. Я в кошку прыгну. Не вопрос. Левитация раздайте. Звезду все стали. Только танк стоит под боссом. Вообще. Не бейте, пусть сначала наберет агро. На пульте сразу на Волтуре. На Влада на пульте. Приготовились. Синий плюс, красный минус. Минус в крест, плюс в квадрат. Все, Геру давайте, да и поехали бить. Геру давайте, пока все фуловые, пока, блядь, не поздыхали. Переходка через 2 секунды. Смотрим на баф, ждем, смотрим, поменялись кому надо. Поменялись, ребят, кому надо, поменялись. Не выходите в звезду, просто под боссом пробегайте. В звезду выходит только, чтобы реснуть. В звезду выходит только два друида, это я и Ники Плотс, и все. Так, Мегалодон вернулся. Смотрим за дебафом, ребят. Поменялись, кому нужно. А, так, я выйду сейчас ресну. Так, Дедуган, не вставай пока. Сейчас я вернусь обратно. Все, пробуй вставать, Дедуган. Не должно убить. Все, стой, жди дебаф. Да. Дайте пока фулл баф по шаману. Приготовились. Поменялись, кому надо. А, Ханкуль, дай тотем на ману и Тёма Гим на ману. Тёма Скофилд. Давайте, поднимайте.
смотрим за дебафом, через 2 секунды поменяется, смотрим, поменялись кому надо. Так, Никитос, выйди, пожалуйста, ресни мага, выйди в звезду, Никита, аккуратно, ресни мага, сразу не вставай только. Возвращайся, Никита. Никита, дай, пожалуйста, инер в балладу. Бачи, после перебежки зачитай ним на ману. Поменялись, поменялись кому надо. Давай, бачи, гимн на ману. Кто там, капустка пусть еще даст гимн на ману после перебежки. В принципе, через 5 секунд будет перебежка. Капустка может отдать еще. Да, можно. Да еще у баллады есть-то. Ну, лучше баллада пока сдаст. Поменялись, поменялись. Поменялись баллада и дашь гимн на ману. Ну и все, я думаю, этого достаточно. У нас там 17% хватит. Прожмешься там где-то на 5%, Влад, как он в бирсу вступит. Да, в курсе. Все, супер. Приготовились перебегать, ребята. Смотрим за дебафом. Поменялись кому надо. Да пусть капустка гимн на ману отдает, да и все. Потому что там у Баллада без МП. Фиорадзе тоже без маны. Все, спасибо большое. Не сбегаемся, не сбегаемся. Плюсы сразу выходите, плюсы выходите. Идем в паучий. Бать, 3 ловкости кожаные. Опа, ну да. Так, теперь стоп. Кому на Динатрия должен отдать, да, токен? Угу, как отдашь, скажешь. Так, я отдал ему токен. Начисляю ему этот ГП и ЕП. Все, токен я отдал. Так, по поводу... Так. Ну что, Мегалодон вернулся, надо опять Олимп поменять. Да, свапай, свапай. Давайте шкаф. Ой, ну да. Шкаф поставьте, ребят, пожалуйста. Смотрите, там Влад уже готов идти бить трэш, а у нас еще нету шкафа. Сейчас Влад побежит, умрет, и все. И будет опять. Да нет, со мной отедец нормально. Пошлите, да. Кто он? 2 человека на сумме, останьтесь, остальные пошли. Давайте, ребята, идите, помогайте Владу. У меня в глазах троится, ребята. Все это видели? Что такое? Да, там три одинаковых кожаных башки. Да. Тройное, похуй плюс похуй. Тройное мне похуй, да? Я пас нажимаю, парни, ничего не знаю. Бля, так бы забрал бы, ну бля, за ГП. Давайте аккуратно по чуть-чуть. Ох, кристаллов пропасти будет. Так заебись. Ну да. Так, можно потом все вернуть. Так. А, штаны 213, ребят, кому надо, рольте. Похуй плюс похуй. Так, давай ты на Анубе, я на трэше. Ну, не вопрос. Давайте, сейчас он, Ярик, подбегает, Скайтек и этот и Мегалодон. Дайте такой, типа, легкий баф, так чисто по рейду, да и все. Так, есть. Так, что там, а есть рыба у нас, Леха, дай рыбу, у нас два мага без рыбы. У деда вообще что-то подвисло, я не вижу. Кушайте рыбу, ребят. Так, все. Присты этот, от темной магии. Дайте защиту, да и все. Так, в принципе, на всякий. Каску по магам. И каску по шаманам. У нас дедушка умирал, поэтому каску дайте ему. Бля, деда жалко.
На возраст, все дела. Че, поехали? Поехали, бот. Давайте я трэш заведу под босса, там заклеиваем его. Таунта нету сейчас, 3 секунды, парни. Встаньте, разойдитесь по всей комнате, ребят. Разойдитесь по всей комнате, наберите рейнджу, не стойте в одной куче все. WhatsApp, отвлекись от ДПС и дай, пожалуйста, каску по шаману. Тяка, брысь. Не. Это все из-за тебя. Активнее в трэш играем, ребят. Кливайте милики. Сдвинуть чуть больше. Вот так. Я думаю, а че он не агрится, а там это... Можно кровоточку на босса, спасибо. Да-да-да, я дал. Я на рой со всеми отбегу, чтобы меня не хилили просто. Да-да-да. Как там он зависает, в принципе. Где-то секунд 10 у нас еще есть. Милики отошли, милики отходим. Большого забили? Да, я забрал, забрал. Сейчас рой закончится, я подведу его к тебе. Угу. Что там? Пароль. Все, подводи. Так а добивайте там 15% остали. Добивайте уже. Не играйте в этого вада, играйте уже в босса. Все, сразу идем дальше чистить трэш, а Слава занимается этим лутом. Все, пошлите дальше. Да, конечно. Надеюсь, Келли из Саферона будет получше лут. Скажите, это на ретрика хорошее кольцо? Теоретически, да. Но если лучше ничего нету. Что-то нам не хватает. Бери ближнего, я дальнего оставлю. Угу. Протеус, тебе такие тапки не надо носить? У тебя какие? Протеус, я не помню свои тапки.
Че, может эти возьмешь? Тут блок. И сокет еще, дырка. Ваши бренные желания ничего не значат. Теперь вы адепты господина. Вы будете служить нашему делу, не спрашивая ни о чем. У меня 13 за ОД, и мне нужны другие. Мне нужны с Гута, либо Сталиуса с мастерством. Чтоб на хардкап выходить. Давайте по одной пачечке. Ну, вот так? Вот по такой одной пачке? Ну да, да. Ну, хорошо. Да, можно же замажем. Давай ты на боссе, Влад, я на трэше постою. Да, не вопрос. Так, мужики там баганы, вы говорили, да? Ну, там баб только надо брать. Так. Это барышня или нет, я не могу понять. Под печеньем или мужик? Нет, по-моему. Это мужик. Мужик. Короче. Так, ну вот этих крайних не забрать. Все, все тут. Давайте баб. И погнали. Там Скофилд вроде падает. На пол кому? На пол Влада. 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 Скофилд, ты, если что, звездочку забираешь. А, да, за да, 10 да, секунд до берсы. Чем мы знаем. Все, поехали. Давайте. Сейчас. Бля, ладно. У меня еще 3 секунды было у этого. У обратки. Я хотел ее дождаться и узнать. Че, давайте, Геру, может? Вернул обратно вдову. Подведу чуть ближе, чтобы тебе удобнее было доставать ее. Тёма, подойди сюда куда-то в звезду, чтобы тебе было легче доставать. Ну, он рядом уже. А, все, 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 вижу, вижу. За Элемом огненным стоит. Я вижу, вижу. Смотри, через 7 секунд уже бери в контроль. За 10 секунд до бешенства всегда бери в контроль. Тёма, бери. Так, я прожался на всякий. Снимай. Салом сбили. Еще раз, давай. Я пока под прожимкой, но это недолго. Я еще выстою так. С нами. Фух, спасибо. 3 раза с вами за. Все нормально, похеру. Главное, сняли, сняли, все. Так, давай следующий ромбик, Тёма. Не будем рисковать. Следующего не будет уже. Он умрет к тому времени. Там 20% осталось. 10 секунд осталось, Влад. Нет, 35 секунд еще до бешенства. Странно. Еще 27 секунд на бешенство. А, все, 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 да, 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 да. Все, добили. Погнали, все. Сразу дальше побежали. Да, сразу, да и все. Нихера не падает вообще, абсолютно. Я бы так не сказал. Ну. Я ГПшки словил. КЗС 4 КД. Что, будем бить этот трэш или нет? Какой? Да вот, пакеты огромные или... Ну, зная наших рокалят, будем. Там просто боишься агры, да?
это неплохое тело на аэродрут, на самом деле. Если сетовского нету. Хотя, ну, тут только скорости больше дается, в принципе. Давайте хотя бы вот этих мелких бомжей пройдем. Не, сейчас запулят. Сейчас пэтом запулят, видишь. Что? Запулили. Не, за... не пэтом запулили. Ты это, ты капустке отдал кожаный рудак. Ну пускай распылят. У нее нету чан там. Передай потом на этого, на Шумского. Он распылит. Этот. Так, Динатрий. Вот Динатрий этот, за плечи. То, что я передавал за Слава. За плечи-то я уже давал. Сейчас. Да. Ну, он начислил, короче, там уже. Шею берешь эту, да? Да-да-да, не шею нужна. Че, вы на Сапфироне, может, сумолять? На каком Сапфироне? На Мекс мы идем. Точно, Мекс наш. Мы уже Келя душим левой. Мы трэш занят. Убейте патруль сразу. Зачем его оставлять? Сейчас по текстурам будет бегать хуячить нас. Сейчас появятся пауки. Вижу. Сейчас еще иду. Я на пулю. Я снимаю нахуй.